Сними, 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 сними так вот прямо, чтобы одним планом, чтобы голос это вот «Поезд отправляется с третьего пути, уважаемый пассажир», вот это вот все. И потом, знаешь, вот это появляются титры такие. Импровизация, Беларусь. To the mist, a stone's throw from a precipice. Привет. Давай такой паспорта, не свети наши. Хорошо, станция Смоленск, говорят. Станция Смоленск. Ваше 27-е место. 27-е. Счастливое. Пойдем покажу, где я живу. «21-24 для лохов. Пойдем дальше. А, здесь. Тут уже кто-то живет, наверняка какой-нибудь дальнослужащий. Запах кошки. На сала где-то точно. Я опаздываю немного. Куда бежать? Никто не скажет. Как не обжидно, да? А музыку я вам заказал. А у нас ее, кстати, не забанят? На а у нас нет монетизации. Кто рано встает, тому... Тому что беду-беду. Так, мы надеемся с Оксаной, что Сережа опоздает, чтобы сходу был прикол какой-то. Доброе утро. Привет. Подписывайтесь, ставьте лайки, пальцы вверх, колокольчики, там все-все, чтобы вовремя узнавать, что вышел влог. А то арс, да арс. Ребят, я агитирую всех на то, чтобы поздравить Серегу с днем рождения. Они все опять прождут год, чего ждать? Уже человек здесь, подарок здесь. Подарок же это Оксана? Да-да, открыто! Обслуживание номеров. Обслуживайте меня, как Сережа! Попал. Да, это я. Хотелось бы поздравить тебя с днем рождения. С двумя днями. Ты стал на два года старше. Мы тебе дарим годовой запас презервативов. Две штуки. И что здесь? Деньги. Да. Господи, боже мой. Ребята раскошелились. Но в пределах годового запаса на день рождения, понимаете? То есть они два года экономили, но... Да я хотел купить, но их нет в продаже, а они где-то нашли. Серёз, фейк. Ты будешь говорить спасибо, ребята, спрашивают? Да, давай. Ребята, он готов сказать спасибо. Ура! Спасибо, что вы подарили мне наушники и флюс. Не, я просто выпил за тебя весь алкоголь. Я... Весь паленый. Он даже улыбаться не может, смотрите. Я улыбаюсь, нормально. Зато он теперь похож на себя нарисованного. Господа, это что-то фэшн. Ничего не слышит, говорю, в этих там. Почему мы с Серегой вдвоем едем в купе? Едем друг под другом. Могли же вот просто рядом лежать. Смотри, эти пустые места. А точно дембеля к нам какие-нибудь подсядут. Или бабулька с яичками. А еще хуже, дембеля с яичками. Мы едем в вагоне в Смоленск. У нас здесь очень холодно. Как в ведьме из Блэр. Ребята, как настроение? Хорошо. Первый этаж, как у вас? Отлично. В нашем клубе запрещено спать, иначе мы вас выведем на улицу. До свидания. До свидания, спасибо вам большое. Ребят, доехали? Ну, это невероятно. Тю-тюх, тю-тюх. Днем рождения. Кайф, как на Тенерифе. We'll be right back.
людей, которые залипают в телефон. Потому что я просто жду их. Это я, чего, не узнали меня? Ребята, все, завтра пройдет эта опухшесть, и будет снова я. Я специально для импровлога ничего этого не скрываю, для всего остального скрываю. Мне даже мама не знает, что со мной происходит в последнее время. Я как из дома ушел в 11 классе. Кстати, напишите моей маме. Вы же снимаем влог про Беларусь. Но перед Беларусью заехали в Смоленск. Зачем ты тратишь мегабайты? Ну, Смоленску будет приятно. Смоленск, это я. Смоленск. Лестница где? Смотри, а? Была лестница? Сперли лестницу. А люди как будут заходить на сцену? А у нас на сцену люди выходят. Стас очень плохо одевается. У него такая стильная жена с таким чувством вкуса. Не в Смоленске ли я оказался? Господа, за пыльным роялем. Как ты относишься к ранним подъемам? Да нормально. Казалось бы, 7:30 еще раннего. Дети в школу пошли, правильно? А внутри ощущение, что рано. Наш водитель точно белорус. Потому что он говорит, как Слава Комиссаренко. А это можно положить? Скажите. Скажите, а скоро мы поедем? Один в один. Слава Комиссаренко. А, ну вот, белорус. Первый раз в жизни Арсений Попов опоздал. Даже интересно, почему? Пять что минут, у него могло пять минут опоздания. На завтраке. Кого все запомнят? Того, кто вчера вонял, говорил, давайте без опозданий. Как зуб? Да прям плохо. Плохо? Зато я знаю, кто будет на обложке импровлога. У тебя там нет мест? У тебя там свободно. Мы готовы! На старт! Внимание! Стиль! Sun been down for days. A pretty flower in a vase. A slipper by the fireplace. A cello light in its case. Заботливыми руками Оксаны, нашего великолепного администратора, в нашей машине оказалась вот такая игра «Я никогда не…» Да и плюс еще ко всему 18+. Я достаю карточку и говорю «Я никогда в жизни не…» и читаю то, что здесь написано. Не сам придумываю, как обычно в это играют, а читаю то, что здесь написано. Те, кто это когда-то делал, те загибают пальцы, прямо на камеру, в камеру загибают это дело. Кто не загнет все свои 5 пальцев, тот праведник, тот человек, который ни хрена не делал в своей жизни. Я никогда не был задержан полицией. Я никогда не был задержан полицией. Так, был задержан полицией? Конечно. Да. Ну, я бухал пиво на улице, меня арестовали. К сожалению, было такое дело. В 11 классе в школе мы отмечали сдачу каких-то экзаменов. И я помню, мы на пляже на берегу Иртыша всем классом. Нас всем классом задержали и повели пешком, потому что мы не помещались в этот козелок. Я не сгибаю пальцы, что я уважаю закон. Понятно, Арсений? Дима. Следующая карточка. Я никогда не занимался сексом втроем. До сих пор моя рука пятипалая. Это просто для контента, ладно? Да. 5 человек было. Вот такая шутка. Ну нет. Все. Итак, следующая карта. У меня никогда в жизни, я никогда в жизни не занимался сексом с двумя разными людьми в один день. Переводим карточку на Арсения. Я все еще пятипалый человек. Арсений. Блять, мне не нравится эта игра. Осталось 2 пальчика, Арсений. А короткие объяснения? А никогда у вас такого не было, что вы с утра фантазировали об одном человеке,
А, это считается. А, вечером о другом? Все понятно. Арсений вновь молчун. Мне вообще ничего не... Так, я да. Красава! Вот так вот. Как говорят классики, были времена. Очкарик что дает, а? Я никогда не занимался сексом в то время, как на нас смотрел домашний питомец. Вот и я расстаюсь с одним из своих пальцев. Вот это ты отвязный, конечно. Я это делал при собаке. Я это делал на глазах и кошки, и собаки, и другой собаки, и еще одной кошки. Типа это в зоопарке, что ли? Нет. Я, ну, тоже, конечно. Попугаи ведь считаются? Ну да, конечно. Ну, о, это, знаете, скаут, девочки-скауты. Она занималась сексом, забить. Один да, раз. И мимо пробегал кузнечик. Один раз. Один... А я никогда не занимался сексом с кем-то, кто не знал моего родного языка. Да. Прикольно, но... Четыре пальчика. А даст ли Форт Боярд свое золото? Нет. У меня опять мимо. Ну, опять мимо. Сколько тищ? Ну, тоже. Так, хотя было прикольно. Что, краб? Кого? Кто это был? Ну, темнокожий. Серьезно? Блять, почему у него ярче, чем у нас в жизни, ребят? Да потому что... Я никогда не чистил зубы щеткой другого человека. О, это я чистил. Чин. Вот, три. Я не помню, чей, но точно чистил. Легкое пояснение? Вот. Но он все равно ей не пользуется. Так, хорошо. Оксана? Я чистила. Ты чистила? Да. Как с ума не сошла потом? Сошла. Ну, я помыла ее с мылом. Да, и да. И почистила, и потом опять помыла. А я кипятил, а я потом ей еще и обувь чистил. Так, да, стопудово. Да. Да. Постоянно. Итак, в игре остались Дмитрий Бозов, Стас Шеминов и Оксана Суркова. Ожидаете, что я первый получу подарок на заправку? Нет. Нет. Краба. Итак, следующий вопрос. Но у краба был секс с черепом. Я никогда в жизни не прикасался языком к батарейке. О, это я пробовал, было интересно. Правда ли он бьет током? Два. Ну это что-то для мальчиков, мне кажется, какое-то. Ты попробуешь, не хочешь ли там крону? Забавно, есть крон? У меня есть. Вот тут есть контакт, контакт плюс и минус. Тебе надо языком вот так вот, чтобы коснуться обоих контактов. Да. Я не вижу, не дотрагиваюсь только для того, чтобы она была чистая. Давай, посвящение. Да мне не такой широкий язык, чтобы это... Оксана, давай. Давай. Ну, у меня Танюська, вы видели? Давай. У меня Танюська. В случае опасности выбить молотком. Я боюсь. И поехали. Да, оно просто кисленькое. Да вообще. Да что ты там? Ай! Да? Прикольно? Ты ничего, не дотронулась, врет! Дотронулась. Чуть-чуть. Это как будто... Давай еще раз. Нет. Нет? Тогда теперь арс. Ну, протрите. А можно вытри, да? Да, вытри. Абсолютно новая, другая батарейка. Прикольно. Да ничего, прикольно. Ну как? Оно как пощипало. Ну-ка, Серег, ты. Сережа, не заставляли меня? Гродно. Гродно. Какие европейские. Секси. Бэк. А с этой стороны? Пятерка отправляет сразу мою коллекцию. У меня коллекция, у меня есть 200 тенге. Это из Казахстана, когда были. И 1 доллар. А ты деньги коллекционируешь в бумажнике? Ну как-то, ну это не коллекция, так просто. То есть просто ты имитируешь, что он у тебя битком. Да, да. Когда мы ехали, я разговаривал, что мы поедим в какой-нибудь, как там говорил, про картошку шутил, не помню как. Но мы уже нашли Макдональд. Я хотел сказать, драник-кебаб. Драник-кебаб. Мне кажется, все должно быть. Давай. Здравствуйте. А сколько у вас время приготовления до рум-донора? Минут 5. Нам 5. Бы 3, да? 3. 3. Ну тогда минут 7. Да, хорошо. Так, вот это главная улица Гродно, как типа мини-Арбат такой. Ага. Ну сейчас холодно, музыкантов там не будет, наверное. Ну мы представим. Так, ну то есть туда мы идем, да? Да, направо. Там есть магазины, кофейня. А как улица называется? Еще раз, как Советская. Советская. Да. Советская улица. Советская. Кстати, сколько я должен? Мы просто... 18. О, а ты говорил, пожалуйста. 18. Переводим в рубли вот здесь. Тин-тин. А что, 18, а ты дал 10? Секунду. Подожди, а сколько, 18? А сколько вы сказали? 18. А я дал 2, я вас заболтал. Вообще, я на самом деле, прежде чем Стасу сказать, что он отдал 10, а не 20, я дважды подумал. Но потом подумал, что это все же будет на экране.
будет некорректно и некрасиво. Ну видишь, как я могу заболтать? Это цыганский корм. А у меня, я говорю, что у меня нитка, которая зашили шов, она длиннее, чем зуб. Почему? Ну не знаю, так получилось. Ты ее чувствуешь? Мы готовы это пробовать. Это похоже на такие эти металлические косички. Я, естественно, сейчас себя чувствую абсолютно человеком из «Орел и Решка», который сейчас должен попробовать и сказать, на что это похоже, но не буду делать, я просто поем. Ну, я чувствую карри. Карри. Карри, он и есть карри. Короче, мы ставим эту оценку. Ну, давайте четверку поставим. Знаете, типа, пятерки будет еще место в нашей жизни. В Беларуси все по 10-бальной системе оценивается. Тогда 4. Сколько? Как я сказал, я не меняю. 7. Посмотрим, как наши организаторы подготовились к нашему концерту. Есть ли афиши нашего концерта на тумбу? О, ну понятно. Ну уже все. То есть, если я сегодня не появлюсь... Нет, они что-то о тебе знают. Прям очень приятно. Вообще. Особенно, если ну, сейчас понятно, прохладно еще, каким-нибудь летом, весной, тут вообще, наверное, очень круто. А вон, ну, куда без Ленина? Куда без Ленина? Кто мы без Ленина? Это тивень, зазовка с 30 мільган. Зазовка – это такая лесная демоница, которая жила у лесным гущары, час от часу выходит из его, звичайно, это вот такой период весна, лето, осень, и зазывала до себе хлопцов. Ну и, можно так сказать, кахалася с ними. Вот, после чего хлопцы, ну, уже не принимали до себе хлопца, и когда хлопец вертався знову до яе, і вона не приймала, і єдине, що він мог зробити, це повісти на ближайшій сосні. Так, а у мене такий питання неожиданне. А є у вас якась велика футболка, краще чорного цвіту? Просто я дивлюся, що з великих тільки в одиниці. Треба пошукати. Можете глянути? Лучший Excel? Елька мужчинська зазовка є, можете поглядіти. Ну, треба взяти десь ще, так? Зазойка шикарная. Она заманивала людей, занималась с ними любовью. Ну, можно так сказать. И даже если удавалось от нее сбежать... Трахал насмерть, мне нравится. Трахал насмерть, да. Кто-то из вас актер импровизации? Да, это я. Мне тогда приятно с вами познакомиться. Взаимно. Узнаю с таким лицом. Спасибо вам большое. Бас! Ну, спасибо. Что, хорошо? Ну, что, видишь? Что-то тут плохо, нет? Ну, что-то она узковата. Да. Артюха подарил ведьму, которая затрахивала всех до смерти. О! Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Ребята, я коллекционер футбольной формы, и теперь у меня есть футбольный клуб «Неман», Гродно. Сфоткай меня, как будто я перешел в эту команду. С эмблемой, как обещали. Покупаю футбольную форму только из тех городов, в которых я был. У меня... Сколько их хотите спросить? Много. Не считал, не знаю, сколько конкретно, но Немана не было. Ребята, подписчики, подскажите, это оленю в голову это крест или меч? Что это? Это, наверное, что-то с гербом города, Гродно, я уверен, мне кажется. Хотя в России, в российской премьер-лиге, насколько я знаю, нельзя использовать символику города в логотипах футбольных клубов. Может быть, в Беларуси можно, не знаю. Только что выяснилось, что Сережа нам рассказывал, якобы рассказывал историю о том, как он... Да, я рассказывал. Якобы рассказывал о том, как он забыл, как разговаривать. Такую историю мы могли забыть легко, поэтому давайте послушаем эту историю сейчас. Это, по-моему, был конец 9 класса, ну, выпускные там у кого... Нет, 10. Мы поехали на дискотеку в Новокубанске, есть дискотека, она называлась «Островок». Мы туда поехали, подъезжаем на машине с ребятами, я сидел сзади. И у меня что-то, я думаю, да блин, ну херовая дискотека, есть дискотека «Каспер», классная, поехали туда. И я понимаю, что я не могу вспомнить, как зовут ребят, я не могу вспомнить, как называется «Каспер», как «Островок». Я забыл вообще, вот я вижу предмет, я знаю, что это, я знаю, как его использовать, не знаю, как называется. Я пытаюсь выстроить буквы, чтобы сказать «Рома», и у меня не получается. Ну то есть, все, я в голове выстроил «Рома», говорю, а у меня изо рта вылетает какая-то херня. Я испугался реально, я не мог разговаривать где-то полчаса. Потом меня потихонечку начало отпускать, вот, и мы уже когда поехали на другую дискотеку, приехали туда, я там начал разговаривать. А на меня Оксана обиделась, я для шутки сказал, что Марину лучше не упустить, что Марине день рождения, она теперь со мной не разговаривает. Оксана, ты тут?
Правила этой игры очень простые, можете играть сами. Просто берете любую песню, придумываете ее в голове и правильно, желательно, правильно надо пропеть первое слово из этой песни. И кто первый подхватит эту песню, тот молодец. Но нельзя просто сказать, эта песня такая, нужно пропеть ее, чтобы было настроение. И да. Все вместе. Все отказались. Все вместе, сейчас поймете. И все вместе, ну, ну, сейчас поймете. Ну. Какая-то свадьба, свадьба, свадьба. Да нет, блядь. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает. Всегда любят быть рядом люди, всегда не могут быть вместе люди. Нельзя любви земной, любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Импровизацию смотрим очень давно, очень да. Нравится, и мы как только узнали, что в Гродно будет концерт, я вам говорю, за полгода мы купили билеты. Но на самом деле, когда смотришь по телевизору, все-таки иногда думаешь, что что-то подстроено, но в реальности видно, что ребята не готовились, чистая импровизация. Ребята очень классные, я третий год уже мечтала попасть, и наконец попала. Отлично шоу получилось, очень ребята быстро соображают, ориентируются в ситуации, на любую шутку они могут сразу тебе ответить, это на самом деле немногие могут. Мы в восторге, все как по телевизору, только круче. Это великолепно, вообще ни одной капли сожаления. Прям счастлива, что сходила. Да вы уж пока со мной проговорили, все убежали. Ну так мы с вами. А, со мной? Да я что нужен? Слушайте, этот вообще про влог посвящен мне. Друзья, меня зовут Стас. Подписывайтесь на мой инстаграм, Шеминов. Давайте мы с вами снимем. Давайте сфотографируемся. Это мои поклонники. Я работаю четко в целевую аудиторию. Я не Стас Михайлов, но тоже Стас. Ну вы пусть. Так, подойди, Стас. Улыбайся. А, я? Да. Давай еще раз. Давай. Кирилл, сотри это все. Надеюсь, в этом влоге будет что-то кроме меня. Потому что мы потом смотрим статистику влога, и там видно, когда люди уходят и когда люди приходят. И если там, где я, будут провалы, я расстроюсь. Просто я думаю, что получить пиздюлей у аптеки – это самое обидное. Поэтому контролируем издалека, чтобы думали, что он один. Потому что в таком виде в Гродно, я думаю, можно отхватить вообще на раз. Скажи, раз уже идет съемка, да, ты смотришь телевизор? А какой канал смотришь? Ну, вообще просто скажи, смотришь ли ты телевизор? Да, конечно. Так, какой у тебя любимый канал? Перец. Перец? Да, и рыбалка. Так, ты наша целевая аудитория. А смотришь ли ты когда-нибудь канал ТНТ? Ну, конечно, да, смотрю. Да, какие, значит, там передачи? Приколы. Там эти... Комедия Вуман, там туда-сюда. Заходи сейчас. Самую крутую. Дом-2. Дом-2. Гео чего? А, нет. Биогай. О! Биогай. Ой, спасибо тебе. Врач. Врач? У нас врач есть. Я все время слушал, все понял. И даже помог человеку купить лекарство. Я врач. Я уже забыл, как называется. Биогай. Вот это хороший человек. Счастливо. Бай-бай. Бай-бай. Все нормально. Не отхватили лекарство? Валим. Спасибо. Мы еще приедем обязательно. Да, я считаю, что внутренний голос нужно играть как бы немножко по другой схеме. А вообще, завтра мы нахуй немного бухнем, бля, и потом в казино бабки проебем. Нет, Антон, это, конечно, идея. Ну, конечно, внутренний голос нужно сыграть всерьез. Конечно, это же все такое. С другой стороны, сцены шляпы. Все, пора спать. Так, ребят, ну что, у нас продолжается тур по Белоруссии. Мы его официально называем второй день. Вчера был Гродно. Я не знаю, почувствовали вы атмосферу города или нет, но он очень красивый. Сегодня самое главное, посмотрите вокруг. Посмотрите. Кого не хватает?
где бабки нет. Ну, не подсказывай. Меня на заправке спросили, а где ваш четвертый? Я говорю, он отдельно поехал. Он говорит, не, ну он жив, здоров, все с ним хорошо. Мы просто с Димой поругались и теперь не разговариваем. Не передаем через других людей сообщения. А причина ругания? Я не могу сказать. Хочешь мармеладного мишку? Самый вкусный. Стас, тебе кое-что сейчас Димка передаст, возьми у него, пожалуйста, и дай мне. Это самый вкусный мармелад, он лапками ласкает язычок. Погоди, в Минске я выложил в Инстаграм пост, в котором, типа, отвечать буду на вопросы, которые задают в комментариях. Сейчас будем отвечать. Ваши фанаты часто дарят вам браслеты, носите ли вы их? Не носим, потому что у нас все хранится в музее «Поле чудес». Правильно? Какой мармелад тебе нравится больше, с сахаром или без? Такие вопросы, пожалуйста. Мишки, они ласкают лапками язычок. Если бы была возможность, чтобы поменял в алгоритме работы на телевидении, добавил бы какие-то должности, убрал бы взаимодействие каких-то структур и так далее. Ну, слушайте, ребята. На концертах зрители участвуют в шоу. Я купила билет, а я интроверт и социофоб. Не беда. Не поднимайте руку и все. И до вас, вот этот молодой человек, не докопается. Какие твои самые любимые конфетки-кислинки? А вот теперь, блядь, слушайте. Спасибо огромное всем, кто дарит мне кислые конфеты, но я их не ем. Перестаньте это делать. Я не ем кислые конфеты. Их никто не ест. Есть ли у вашей четверки девиз? Конечно. Настроение каково? Во! Все такого мнения? Все без исключения! Я другой девиз. Эль Пебло, Унидо, Хаман Серавин Сидо. Если бы ты был зеброй, то черным в белую полоску или белым в черную полоску? Блин. Ты просто одним днем проснулся высоким или рос каждый день по одному сантиметру? Ну это серьезно. Это серьезно, да. Я рос каждый день по одному сантиметру, мне 197 дней как раз. Куда ты деваешь рисунки, которые тебе дарят фанаты? Мы все складываем в музей, а рисунки Арсен сначала обсираем, а потом относим в музей. Что для тебя важнее, чем импровизация? Ради чего смог бы от нее отказаться? Нет ничего важнее импровизации. Блестящий и последний вопрос. Вопрос. А я хочу, хочешь. Едем в Минск. Очень большие надежды на этот город, но самое главное, нас туда позвали в передачу, которая аналог «Вечернего Урганта». В России не зовут, в Беларуси зовут. Посмотрим, что из этого пройдет. Вам могло показаться, что я сказал в Белоруссии? Нет, я сказал в Беларуси. В чем разница? Пишите в комментариях. Проходите. Проходим. Волю не взяли, да? Занят. Белорусское телебачение. Да. Нельзя проходить с пистолетами и револьверами. Прям написано. Вечернее шоу, у нас чуть-чуть вопросики будут в начале, интервьюшечка про вас, такое представить, у нас в принципе ТНТ хорошо смотрит в стране тоже, поэтому с большего знают вас. У нас есть белорусские новости, которые мы будем обсуждать в формате рефлекторинга. Да, им лучше ничего не знать, ну хорошо, вообще-то, просто я посмотрю, что было бы, что им играть, персонажи. Вот лучше вопросы сделать попроще. Можем вопрос, например, в середине ноября, смотри, в середине ноября по Жлобину гулял Дед Мороз. Чем Дед Мороз занимается в 11 месяцев в году? Ну, нет, в принципе, это нормально, такой нейтральный вопрос. Пойдем сразу туда тогда. Короче, что нам нужно? Они будут играть в импровизацию рэп-викторина. Там есть у нас бит, у нас обычно, который мы сами написали. Я сейчас его вам включу, если вы его не слышали. Нам надо сделать что-то похожее, и я объясню, какие важные моменты в этом бите есть. Участник номер два, слушаем! Просто барабаны. Вы посчитали сколько? Да. То есть вот лучше цик-цик-цик, и он уже начинает читать. Отлично. Все, мы что, через... Пойдем с пацаном покажем? Бит. Когда я говорю бит, ты подходишь и внимательно очень слушаешь. То есть, если вы не закончите две строчки, они доиграют еще и сделают сами паузу, потому что они импровизируют нормально. Но я специально для вас попросил сделать бит. Давай. То есть... Макаёнка 9. Начинаем. Макаёнка 9, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Горган.
отснялись. Вроде было хорошо. Макаёнка 9, шоу «Импровизация в гостях». Мы там играли рэп-викторину. Было сказано 17.40 у автомобиля. Время 17.44, если верить G-Shock. 17.44, если верить iPhone. 4 минуты опоздания. Кто ответственный? Шастун ответственный. Короче, мы с Антошей, как всегда, поставили на 10 матчей. Ну, не как всегда на 10, но мы ставим на много матчей, чтобы если уж выиграть. И вот мы поставили на 10 матчей, я сейчас пытаюсь понять, что. Мы не запоминаем. Ну и не выиграем, надо признать. Я предлагаю сегодня зайти в казино вот так. Да что же... А можно я сразу это, буду 100-рублевой купюрой вот так одной делать? Я ее привяжу на леску и вот так вот. А мы молодежное шоу из России. Пришли проиграть деньжат. Сейчас будет бомба, сейчас у нас, смотри. Качает музыка, пусть. Мы приехали в Беларусь, но плохие комменты ставим. Блок — это импро. Блок. Молодцы, ребята. Бля, ну давайте быстрее соберемся. Ну, что-то хорошо, да? Хорошо. Да, конечно. Что-то я начал нервничать. Переживать начал, прикиньте. Конечно, я всегда нервничаю, но сейчас просто особенное волнение. Это меня волнует еще больше. Супергероя, блядь, Стасу не хватает. Сейчас будет ему супергерой. Очень хороший концерт, всем советую. Будто не зря ехала, летела из Санкт-Петербурга сюда. Видели бы вы, какой я пресс благодаря их шуткам накачала. Я люблю посмеяться, я вообще смеюсь над всем и над любыми ситуациями. Так ржать, как я ржала сегодня, надо в жизни своей так не ржала. Это супер, это прелесть, это великолепно. Если у вас будет машина, которая возвращает в прошлое, вернитесь на концерт в Минск, сходите, очень классно было. Вообще, мне кажется, что это прям безумно сложно. Я не представляю, как они это делают. Мне кажется, это нереально. Приезжайте к нам еще, мы вас обожаем. Я хочу еще раз пойти на ваш концерт. Пожалуйста, приезжайте в Минск. Так как это мой влог, мне тоже что-то подарили. Видите, написано Стас, я никого не своровал. Итак, что подарили? Что подарили Стасу? Так, кружка. О, кружка, у меня нету. Я твой батька. О, это спасибо, Звездный Войн. Я люблю Звездные Войны. Кто это придумал? Ну тут вот есть у нас. Это коллективная работа. Короче, у меня есть майка Барселоны, и вы думаете, майка Барселоны. Где угодно можно купить. А теперь внимание. Так, это настоящий автограф или... Да. Это кто? Месси? Это Лео Месси. Так. Это Суарес. Откуда? Это Ракитич. Откуда? Откуда? Ну и что ты не плачешь, не стоишь? Не Роналду уже, правильно? Все, нормально. Девчонки, давайте нам... Сколько стоит такая футболка? Это нужны связи, чтобы такую футболку. Никто не будет ее за деньги подписывать. Ты думаешь, у Месси нет сколько-то денег, чтобы он за деньги расписывался? Это нужны связи. Камера только на меня. Есть! Если мы хотим проверить, как Арсений умеет попадать, давайте попадать вот в эту композицию. О, это жестко. А что тут надо делать? Ахара! Позов! Так, а мы когда выпили? Где выпили?
Оксана! Сережа! Шаст! Позов! Да, сразу! Да я не хочу танцевать! Как интересно! Пустите меня! А что, мы в Минске? Мы приехали в Могилев. Я здесь увидел самое мощное советское здание за последние лет 34, мне просто 34. И там был памятник Ленина. А сейчас мы на улице Ленинской, 63. Раньше это была Великая Садовая. Но в Могилеве я нигде не видел заправка для электромобилей. Где еще, если не в Могилеве, заряжать электромобиль? Солнечными зайчиками, вот так. Фотовольтаик. Я ребятам предложил пойти по единственной центральной улице, зайти в ближайший ресторан, я уверен, что он будет приличный, и там попробовать местную кухню. Но ребята решили заморочиться. Арсений, отличная идея, пошли. А мне нужно найти обменник, потому что я вчера в казино поднял 400 баксов. Наконец-то, наконец-то, первые родные разломанные тротуары. Боже мой, как приятно. Фу, это народная кухня. Нам посоветовали этот ресторан в Могилеве, чтобы попробовать народную кухню, соответственно, белорусскую народную кухню. Крем-суп из тыквы с имбирем стоит 6,90, примерно 7 рублей белорусских, умножаем на 30, 210 рублей российских. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Клубнично-банановый смузи. Делайте ставки прямо сейчас. Не надо ничего писать в комментариях. Просто предположите, сколько здесь стоит 260 грамм клубнично-бананового смузи. Раз, два, три. Говорите ответ. Так вот, 4 рубля 20 копеек. Это 130 рублей. Оливье, 6,40. Тоже порядка 200 рублей. Но надо ли еще о чем-то говорить? Ребят, чем займемся вечерком? Берем паспорта. И сюда на машине. Покушать. Могилев рекомендую. Напитки пока у них не получаются. Еда получается, как мы думали. Моя еда получилась холодной, хотя ждали мы ее очень долго. Но в целом на шестерых потратили 5500. Я готов есть в Москве холодную еду, если она на шестерых будет стоить 5500. Господа, я сегодня уже говорил, что поднял в казино бабки. Я выиграл бабки. Вы хотите их увидеть? Ты до меня доплюнул. Лучше не будет. Все, заканчиваем съемку. Сделан контент. Лучше не будет. 1160. Так, а что у вас все? 1160 чего? В рублей белорусских. Почему так много? Потому что я опустошил это казино. Сколько у тебя? 1160. Легкая разминка. Так, ну давай выше высоту брать. Поезда 16 минут. Мы со Стасом бежим в обменник. Так, у нас до поезда 15 минут. 15 минут, успеем. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land. Пока-пока.
Спасибо до новых большое встреч. Вам. Да, до новых встреч. Было приятно. У меня даже рюкзак порвался. Это знак. Пока Беларусь, было классно. Спасибо.